Я хочу с вами обсудить одну тему, очень важную тему. Это вирусы трояны, да, которые касаются Стима. Не так давно, в принципе, это начало очень сильно развиваться. Ну, может быть, уже в течение недели такой вирус начал бегать по всем. Заметьте, по всем, в том числе по многим моим зрителям, которые у меня в друзьях в Стиме. Я думаю, уже многие заметили такую фишку. Вы сидите спокойно в Стиме, играете, да, и опа! От одного из ваших контактов, а у меня уже, мне уже присылали раз 20, 20 человек уже присылали. Вам приходит такое сообщение, типа, привет, там, мне понравился шмот, вот тебе скриншот. А, я думаю, такое многим приходило, да? И что же дальше? А я вам расскажу, что дальше. У меня уже один человек знакомый, он уже наступил на грабли. Ну, потому что глупец. Во-первых, все должны знать, что никогда ничего не скачивай. Имей головешку на плечах. У тебя есть два плеча? Я думаю, у всех моих зрителей есть два плеча. Там посередине голова есть. Его надо думать этой головой. Но видите, бывает так, что присылать могут разные люди. Могут быть, например, твои друзья, которым ты доверял. А могут также неизвестные. Давайте я расскажу, как это происходит. Смотрите. Во-первых, когда вы жмете ссылку, вас там перекидывают на один сайт. Потом идет редирект переадресация на другой сайт. Потом происходит скачивание файла, там или EXE формат, или CKR. Запомните раз навсегда, я вам говорю, как там программист со стажем лет уже 15, наверное, что EXE формат расширения файла и CKR, это в принципе одно и то же. Это они оба являются исполняемыми файлами. Поэтому не нужно запускать и тот, и тот. Короче, парню пришел... Парень скачал этот EXE файл, CRK файл, CKR, CKR, извиняюсь. Скачал этот CKR файл и запустил. Что произошло дальше? За пару минут весь его шмот перешел на другой аккаунт. То есть, что делает программа? Или вирус, или троян, неважно. Она весь ваш шмот, который можно перекинуть, не считая шмота, который нельзя перекидывать, перекидывает на другой аккаунт. Вот и все. Поэтому вы можете распрощаться с вашим шмотом. Далее, после того, как она перекинула ваш шмот другим людям, да, или другому человеку, но неважно, она начинает спамить от вашего лица, она начинает рассылать сообщения у такого формата. Привет, братюня, там, давай там поменяемся на этот итем и так далее. И тоже выкладывает эту же ссылку. И это как пирамида, знаете, такая растет, 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 растет. Поэтому я вас предупредил. Не надо никогда ничего скачивать со Стима, даже если прислали знакомые. Всегда подумайте головой. Это ваш компьютер. Мало, минимум, да, он перекинул ваши вещи. А любой вирус он мог бы сделать максимум. Мог бы все ваши пароли содрать. Вы бы потеряли все ваши аккаунты, все ваши почты, прям, все ваши игры, все так далее. Просто все можете просрать за одного вируса или трояна. Поэтому думайте головой. Тем более, если вам пишут, что это вонючий, сраный скрин, и вы переходите на сайт, вам предлагают скачать и скачивается файл, выполняющийся, да? То есть EXE или CKR, который нужно выполнять. Это не скрин, понимаете? Логично. Это программа, которую вы сами запускаете и которая делает, что хочет. Вот так вот. Поэтому обязательно сейчас напишите в комментарии, приходил вам такой вирус, такое сообщение, или не приходило такое сообщение. Напишите в комментарии, чтобы я уже посмотрел, проанализировал. Еще раз. В комментарии этого видео напишите, приходил ли вам вот такой вот спам или нечто подобное. Да или нет. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.